Понимаешь, какая интересная вещь? Я тоже за то, чтобы Пинчук отправить на острова, тем более после того, что у них было на свадьбе, как бы ребята это не отрицали. Но, с одной стороны, вроде бы интим с Гриценко, это повод, чтобы отправить их на острова, и они не мешали Бузовой. А с другой стороны, я недавно пересмотрел сюжеты последних 4 дней, когда Ира звонит некому Максиму в Монреаль и говорит о том, что пора со всем этим рвать. Такого не было. И вообще, если бы была возможность каждую неделю летать к нему в Барселону, то это была бы другая жизнь. Я думаю, что за Максим? Может, ослышался? Бывший участник. Пару дней. И слышу я разговор между Пинчук со Скютто. И Пинчук говорит, надо порвать паспорт, тогда никуда не полечу, ни на какие острова. А потом говорит, блин, если я порву паспорт, то как же я улечу в Монреаль к Максиму? Пинчук, оказывается, ты проектная? Нет. Ты расходящий, Ир. Неправда, нет. Все, мы не летим. Ир, правда. Что ты думала, что мы ничего не слышим, мы не видим? Ой, а ты как будто не думал о том, что я не знаю, где я нахожусь. Давай, предоставь свои доказательства. Доказательства чего? Ну, есть некий Максим. Я общалась с парнем, но я закончила с ним общение. Я с ним просто общалась, я с ним ни разу не виделась. Ты сказала этому Максиму, если я тебя увижу, то я всем скажу прощай. Было такое? Ну, я хотела с ним увидеться. Но вместо этого ты увидела с Гриценко на свадьбе на 2-м этаже. Ира, это что ж получается? Ты шлюшка? Ой. Но это некрасиво. Это к чему? Я говорю, что это некрасиво твое поведение. Слышка, как будто я сплю с одним за проектом, здесь с другим, с третьим целуюсь. Вот, это Перун гневается. Ну что, ты когда рассказывала про свою любовь Гриценко, ты еще по телефону с Максиком разговаривала. Нет, неправда. Когда я рассказывала про любовь Гриценко, это во-первых. То есть у вас случилось это не по любви? Потому что мы не общались. То есть у вас Гриценко на свадьбе не по любви случилось? Но знаете что, друзья, решение следующее, Юль. Вот с этой историей, с этим Максимом, Юль, пусть разбираются на островах. Пинчук летит с Гриценко.